Новые тренды, советы от стилистов, задания организаторов и ценные подарки. Этот модный квест окрылит, пожалуй, любую девушку. Торговый центр «Красный» стал первой площадкой для серии квестов «Крылатые игры». Было очень весело, интересно сходить по отделам, выполнять задания организаторов и в конце победить. Формат игры очень интересный. Вот этот квест, побегать, придумать что-то, как всех обойти. Первое наше место было магазин «Красный», именно поэтому мы связали эту игру с модой. Следующая наша точка уже не будет связана с модой, но также мы будем собирать игроков, также будем их отсеивать, также будут отличные задания, квест, будет много подарков. Следующую точку и тематику «Крылатых игр» организаторы пока держат в секрете, но обещают, что будет очень интересно.